Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня старт нашего нового проекта, подкаст под названием «Читаем Библию». Читаем Библию, потому что нам нужно ее с вами хотя бы просто прочитать. Вот я не знаю, напишите в комментариях, а есть ли люди, которые вообще полностью прочли Библию? И, кстати, интересно, в моей жизни были встречи с разными людьми, и иногда я с ужасом для себя осознавал, что какие-то прям такие ярые атеисты, но умные, говорили: «Слушайте, ну я прочел Библию, я как бы знаю, о чем говорю, и я все равно не верю». Вот, ну они прочли Библию, а мы с вами верующие и Библию не читаем. Поэтому давайте начнем ее читать, и читать будем в переводе Российского библейского общества, в переводе, который не лишен недостатков, но, пожалуй, по крайней мере, для изучения Ветхого Завета лучший в нашей с вами русской такой современности. И ребята из РБО просили, чтобы я рассказал вам про замечательный их тоже новый проект в Телеграме. У них есть такой чат-бот, в котором можно выбрать какие-то отрывки из Библии, и актеры прочитают их для вас прямо там в Телеграме. Они уже озвучили часть книг из Ветхого Завета и, по-моему, полностью Новый Завет. Вот. Повторюсь, к переводам Библии надо относиться как к переводам, как к тому, что где-то есть недостатки, где-то переводчики придерживались вот такой теории перевода, где-то другой, где-то стилистически неверно, где-то более точно, а где-то, наоборот, не точно. Такие недостатки есть и у перевода РБО, и у перевода Синодального, да, под редакцией, так скажем, Филарета Московского Святого. И, конечно, в переводе церковно-славянском тоже много таких темных мест. Это все нужно знать. Мы к Библии не относимся как к Корану, который вот как бы, ну, вроде как ниспослан с небес, и там каждое слово выбито на скрижалях. Его нельзя менять, его нужно читать только на арабском, все переводы только толкования. Относимся не так, как к тому, что в чем могут быть ошибки, и даже сама Библия, она была составлена, каноническая наша Библия, собрание книг была составлена в церкви не сразу, именно вот в таком варианте. И впоследствии там появлялись, находились какие-то отрывки, иногда которых раньше не было, а потом они находились чудесным образом. Так что это вот такой большой живой организм. Давайте будем это потихоньку изучать и попробуем хотя бы просто прочесть сегодня. Начнем с первой книги Библии, с книги «Бытия». Интересно, что Библия начинается, как вы знаете, словами о сотворении мира. Заканчивается она книга «Апокалипсис» и заканчивается описанием завершения мира. Такая удивительная книга от самого начала до самого конца, и мы с вами живем, получается, где-то уже ближе к концу, уже не в середине, но ближе к концу этой большой истории. История, которая описана в Библии. Давайте начнем с начала. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста и пустынна, тьма была над пучиной, и Дух Божий веял над водами». Такая вот страшная какая-то картина предстает перед нашими глазами, что действительно какая-то бездна, которую Бог сотворил, и там никого нет. Это как ты летишь на каком-то космическом корабле, или там, по-моему, в рассказе то ли у Брэдбери было, то ли у другого писателя-фантаста, может, у Станислава Лема, рассказ о том, как космический путешественник в скафандре оторвался от космического корабля и летит в какую-то сторону, а там же после аварии в другую сторону летит кто-то другой. Вот эти люди летят, и у них связь друг между другом только по какой-то там радиосвязи, да, ну в кавычках радио, наверное, может, не в кавычках, я не разбираюсь. И вот они разговаривают, но все слабее и слабее слышны голоса. И у них хватит там еды и воды в этих скафандрах, кислорода, насколько-то еще. Но они никуда не свернут, и они летят, и голоса удаляются. И будет момент, когда они перестанут друг друга слышать, и они летят в этой космической пустыне,
и она полностью безлюдна, никого нет. Так же было в самом начале, но в этом самом начале был Бог. И вот мы читаем, что Дух Божий веял над водами, если прям углубится в значение слова «веял» или в другом варианте «носился над водами», оно также может означать глагол, который обозначает вот курочка, наседка высиживает яйца своей теплотой, их как бы греет, возгревает, и потом оттуда вылупляется жизнь. Вот примерно так же можно перевести вот это слово «веял над водами», над этими космическими водами пустыми, носился и веял Дух Божий. Мы видим в этом, большинство толкователей христианских видит в этом указание именно на Дух, не просто на ветер, да, а на Дух Божий, на третье лицо Пресвятой Троицы, что Он как бы оживотворял, как вот мы на Троицу березками украшаем храмы, и это праздник жизни, и на следующий день Святого Духа, и вообще Троица — это праздник сошествия Святого Духа на апостолов, Он их пустыни, их сердца, да, вот это вот неверие какого-то, какое-то оскудение великого, Он оживотворил, Он наполнил Дух Святой, наполнил их каким-то дерзновением, разумом, знанием языков, желанием идти и умирать за Господа Бога. Это все сделал Дух Святой, и, вероятно, в начале творения Дух Божий делал то же самое. Слово «сотворил» здесь вот... В Библии слово «сотворил» в русском переводе это одно и то же вроде как, да, а в оригинале там есть два разных слова, и здесь употребляется значение «сотворил из ничего». Вот по теории, которой придерживается большинство лингвистов, «сотворил из ничего». Вот просто из ничего Бог может делать и делает. «Сотворил небо и землю». Читаем дальше. «И сказал Бог: да будет свет. И появился свет. Бог увидел, как хорош свет, и отделил его от тьмы, дал свету имя день, а тьме имя ночь. Настал вечер, настало утро, первый день. И сказал Бог: пусть средь воды будет свод, разделяющий воды надвое. И стало так. Бог создал свод и отделил воды под сводом от вод над сводом, и дал своду имя небо. Настал вечер, настало утро, второй день». Вот когда мы читаем, особенно в начале Библии, вот этот рассказ о том, о чем, представляете, Библии, ну, считается, что Бытие, вот эту книжку написал Моисей. Моисей рассказывает о каких-то событиях, которые... Ну, это вообще, когда это было? Это не при нем было, это было задолго, за тысячи лет до него, и вот в каких-то видениях есть такая теория, что как бы, да, вот он это видел и описывал. И вообще язык, он какой-то сказочный, такой немножко детский. Если особенно мы углубимся в, ну, в какие-то переводческие тонкости, вот мы сейчас читали, что Бог создал свод, и в переводе... ну, как бы в оригинале, вернее, там типа такого, такой твердой оболочки, скорлупы, какой-то покрышки над землей. Действительно, древние люди, древние евреи, им было понятно, они считали, что небо, ну, мы-то понимаем, да, что сейчас вот ракета полетела, там вышла в открытый космос, там ничего нет, там просто атмосфера, переходящая вот в безвоздушное пространство. А тогда считалось, что земля, ну, вот это небо видимое, да, это как бы, ну, что-то твердое. Вот, и какой-то такой, ну, купол, что ли, да, ну, вот свод. И мы видим, что Господь, вот, по тому, как рассказывает Моисей, Он отделяет, да, воды над сводом есть, воды внизу свода, и даже считалось, что в том мире, в древнем, что вот, когда идет дождь, например, да, то это какие-то дырки там образовались в этом, в этой покрышке, в этой скорлупе, и оттуда... вода льется, потом эти дырки закрываются, шлюзы закрываются, и вода перестает течь. Вот в таком духе. Но, несмотря на свой детский язык, на какие-то вот представления людей того времени, мы читаем и видим, что
Согласно научным исследованиям, вот эта вся последовательность творения мира, причем ученые не все ведь исповедуют веру в Бога, да, и они как бы просто изучают и говорят, что ну да, вот было сперва это, потом появление атмосферы, и все это совпадает с тем, что написано в этой такой простой, вроде детской, наивной первой главе книги Бытия. Давайте почитаем дальше. «И сказал Бог, пусть воды, что под небом, соберутся вместе, и покажется суша». То есть воды под небом, которая на земле. «И стало так. Воды, что под небом, собрались вместе, и показалась суша. Бог дал суше имя земля, а собравшимся водам имя моря. И увидел Бог, как это хорошо». Мы видим, что земля меняется, и теперь не совсем привычном нам виде, да, мы знаем из научных данных, что раньше материки не так выглядели, но все же на земле появляется что-то сухое. Что дальше на этом сухом происходит? «И сказал Бог, пусть земля порастет растениями, травами, которые будут давать семена, и деревьями разных видов, которые будут давать плоды с семенами. И стало так». Смотрите, мы не сказали, мы... Вот Бог, который здесь есть, Он Пресвятая Троица. Мы с вами это знаем, мы православные христиане. И, ну, есть такое мнение, да, достаточно устоявшееся среди толкователей, что в те времена, пока человек был в раю, и, может быть, до грехопадения, может быть, даже до потопа, как-то вот он примерно понимал и осознавал тайну Троицы, что Бог, Он, ну, не одно лицо, да, а три. И когда мы читаем у Моисея, а потом Бог как бы нарочно это затемнил, да и люди сами забыли, для того, чтобы они не ушли в многобожие. Помните, есть даже мнение у толкователей, что Бог разрешает людям кушать мясо для того, чтобы они не возвеличивали животных. Ну, как сейчас в Индии, да, корову нельзя кушать, это священное животное, какое-то такое, да, ну, поэтому его мы не едим. И люди были склонны найти себе богов поближе. Ну, какой там бог вдалеке, там где-то на небе, что это? Им сложно понять, поверить. Они пытались поклоняться, до сих пор поклоняются многие идолам, там, животным, растениям, камням каким-то, чему-то еще. И вы знаете, что религия древнего Израиля, религия, которую Бог создал, она максимально нетерпима к идолопоклонству. Это страшный, смертный грех. Бог один. Никаких богов себе не создавай здесь на земле, никаким кумирам не поклоняйся. Как бы вот и Бог, знание о Троице, о том, что Бог, вот три личности в нем, как бы его закрывает от людей. Но здесь вначале, в книге Бытия, несмотря на то, что она написана Моисеем, там, ну, не знаю, монотеистом из монотеистов, мы здесь об этом видим. Мы видели уже Духа Святого, и когда мы видели Бога Отца, и мы читали слова, и здесь также читаем, смотрите. «И сказал Бог», сказал, то есть произнес слово. И здесь толкователи видят прекровенное упоминание о слове, о второй ипостаси Троицы, о Иисусе Христе, который потом станет человеком. Бог Слово, Логос, так его назовет Иоанн Богослов в своем Евангелии. И вот здесь, в самом начале Библии, мы уже видим упоминание о Пресвятой Троице. Сейчас дальше более даже внятно об этом прочитаем. «Земля породила растения». Смотрите, если там небо и землю сотворил Бог из ничего, то дальше земля как бы становится таким инструментом, который способен сам что-то порождать. И Бог так ему заповедует, да, он травам говорит, что они будут давать семена, плоды с семенами. Почему с семенами? Потому что как бы он создает, ну, растения, которые способны сами себя воспроизводить. То есть Бог уже непосредственно из ничего каждое растение не творит. Мы видим, что оно появляется благодаря тому, что у него есть такие родительские растения. Земля, правда, породила растения, травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И увидел Бог, как это хорошо. Настал вечер, настало утро,
третий день. И сказал Бог: пусть будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, указывать сроки, отмерять дни и года. Пусть светят они с небесного свода и освещают землю. И стало так. Бог создал два больших светила, больше, чтобы оно управляло днями, меньше, чтобы оно управляло ночами, и звезды. Бог поместил их на своде небесном, чтобы они освещали землю, управляли днями и ночами и отделяли свет от тьмы. И увидел Бог, как это хорошо. Настал вечер, настало утро, четвертый день. Мы здесь видим, что Бог создает солнце и луну, и мы видим, что, оказывается, вот слово «день», по-моему, «йом» оно вот в оригинале звучит, слово «день» в Библии все-таки нельзя однозначно понимать как 24 часа. И множество святых отцов, вот что просто было понятнее, в церкви есть два течения. Одни говорят, что вот этот шестоднев называется, то, о чем мы сейчас читаем. Одни говорят, что каждый день, который здесь упомянут, это 24 часа современных нам. Но даже из этого повествования мы видим, что как будто бы больше логично вторая часть святых отцов, которые говорят, что нет, ну, как там потом Давид напишет, у Господа один день, что тысяча дней, та и тысяча дней, что один день. Какие 24 часа, если, по сути, даже не было еще солнца и луны создано, солнце не вращалось вокруг земли, свет и тьма — это было что-то другое. О чем тут речь, как это понять? Вот это вторая большая категория отцов, и вообще исследователи Библии говорят, что под днями здесь надо разуметь какие-то промежутки времени. Да, чтобы было понятно, как-то да, Моисей пишет и говорит, что это дни, но на самом деле это не день в нашем понимании, не сутки, не 12 часов, это какой-то большой промежуток времени. И здесь вот эти все современные археологические находки, всякие там динозавры, про них мы еще сейчас почитаем, и разные другие существа, ну, мы понимаем, что ну и вот эти гигантские растения, которые мы тоже сейчас находим, окаменелости. Ведь это ведь ученые говорят, что это огромное количество лет это все развивалось. Когда мы здесь читаем, что да, для того, чтобы Бог сотворил небо и землю, сотворил из ничего, не нужно, наверное, миллионы лет. Но дальше мы видим, что процесс происходит постепенно, и уже земля вот тут, пусть она порастет растениями, то есть земля что-то производит, и это процесс. Так что надо понимать, что Библия, она никогда не просто не может противоречить научным данным. Если научные данные, они объективны, если это не фальсификация, если это правда, то они никак не могут быть в каком-то конфликте с Библией, потому что Библия, то, что нам Бог открывает простым наивным языком о том самом, что и происходило, это об одном и том же. В одном и том же. Просто тут мы видим, с одной стороны, научные данные говорят вот об этом, с другой стороны, ученые трактуют научные данные так, мы можем трактовать их иначе, но сами данные, сами там находки древних людей, отличающиеся от нас, люди это были или не люди, это все то, к чему особенно мужчины любят устремлять свой взор. Это интересно изучать, и это особенно интересно изучать в разрезе Библии. Давайте почитаем дальше. «И сказал Бог, пусть вода кишит живыми существами, а над землей, по своду небесному, пусть летают птицы. И Бог сотворил огромных чудищ морских», огромных, действительно, вот эти скелеты, окаменелости там, да, чаще, которые мы сейчас находим, они огромные. Что растения, что животные, они поражают своими размерами, они все гигантские. И подтверждение об этом мы видим в Библии. «Огромных чудищ морских и разные виды живых существ, которые снуют и кишат в воде, и разные виды крылатых птиц. И увидел Бог, как это хорошо, и благословил их». Мы встречаемся, по-моему, впервые вот именно с этим словом «благословение Бога». Бог благословляет. Он говорит: я хочу как бы подарить вам такой некий подарок, некую возможность, которой вы пользуетесь. Вот это вот вы можете делать. А что делать?
«Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте воды морей, а на земле пусть будет много птиц, уже на земле». Настал вечер, настало утро, пятый день. И сказал Бог: «Пусть земля породит разные виды живых существ, скот, мелкую живность и разные виды зверей». И стало так, Бог создал разные виды зверей, скота и всякой живности, которая снует по земле. И увидел Бог, как это хорошо. И дальше мы переходим к чему-то удивительному, потому что впервые мы встречаемся со множественным числом в Библии. «И сказал Бог: создадим человека, наш образ и наше подобие». Мы видим здесь, что уже как-то даже и непрекровенно о троичности Бога говорится. Более того, по учению святых отцов, вот в этих словах коротких «и сказал Бог: создадим человека, наш образ и наше подобие», он ведь не говорил раньше «создадим землю» или «создадим животных», просто это делал. А здесь «создадим» снова из ничего, «создадим человека, наш образ и наше подобие». Здесь говорится, кстати, о создании Адама в неопределенной форме. Адам так звучит в оригинале это слово, но оно без такого определенного артикля. И здесь говорится о создании человека и мужчины, и женщины. Но не в одном лице. Есть такая теория, она не соответствует истине, что Господь создал такого андрогинного человека, что в нем было одновременно и мужчина, и женщина, а потом лишь его разделяет. Нет, здесь дальше мы прочитаем, говорится о создании двух людей, но это один человек. Это Адам. Адам и муж, и жена. Смотрите, святые говорят, что в этих кратких словах о том, что вот давай, ну давай там нет, создадим человека, указание на предвечный совет, на то, что три лица Пресвятой Троицы, три личности божественные, они как бы совещаются между собой, и здесь отцы узревают даже то, что Сын, второе лицо Пресвятой Троицы, понимает, что будет дальше. Бог ведь все предвидит, понимает, что человек попадет в ужасную беду, и что спасти его сможет только Бог, и Он соглашается на крест. Уже тогда, еще человек не создан, Бог соглашается отдать своего Сына, Бог соглашается умереть на кресте. Вот это вот трагическая и величественная история уже тогда написана в будущем. И на этом предвечном совете три лица Пресвятой Троицы говорят «да». Мы согласны на это. И человек создан. По образу и подобию. Вот еще есть два слова. Создадим человека наш образ и наше подобие. Образ — это, ну, как бы то, с чего создается человек. По образу Божьему. Мы видим, что человек, да, его, он вечен, что он как бы изначально благ, что у него есть своя воля, что у него есть свобода, что он может что-то сам творить. Мы ведь потом детей будем рожать. Вот. И это образ Божий. Но вот наше подобие — отцы толкуют в таком понимании, что мы созданы по образу Божьему, но будем ли мы похожи на Него, или будем бледной копией, или будем совершенно другими, зависит от нас с вами тоже, от нашей с вами воли. Мы как бы нарисованы, картина рисуется с оригинала. Как бы художник, это мы с вами, рисуем сами себя, глядя на Бога, если прямо упростить, да, и одну сторону взять, так можно сказать, глядя на Бога. Но, а как мы будем рисовать? А может быть, мы что-то другое нарисуем? Три глаза вместо двух, грубо говоря, да? Или у нас не хватит силы, мы искаженно нарисуем сами себя. Вот есть в этом и наша с вами задача, чтобы мы уподабливались Богу. Мы, нет такой константы, что мы созданы подобному Богу, и все, нет, мы должны все время стремиться к тому, чтобы быть похожими на Него, и мы не зря святых монахов называем преподобными, то есть очень похожими на Бога. Они постарались, а Бог сделал все остальное.
«И сказал Бог, создадим человека, наш образ и наше подобие, чтобы он господствовал над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всею живностью, которая снует по земле». Бог сотворил человека, образ свой, Божий образ он сотворил, мужчину и женщину сотворил. И благословил их Бог такими словами: «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и покоряйте ее, господствуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всеми животными земли». И сказал Бог, вот видите, «господствуйте над рыбами, над птицами и животными» не означало «убивайте их и кушайте». Потому что дальше мы читаем о том, что первые люди были, судя по всему, вегетарианцами. «Я отдаю вам в пищу все травы с семенами, какие есть на земле, и все деревья, приносящие плоды с семенами, а зверям земным и птицам небесным и живности земной, всем, в ком дышит жизнь, я отдаю в пищу зелень растений». И стало так. Бог оглядел свое творение, все оно было очень хорошо. Настал вечер, настало утро, шестой день. Шестодня заканчивается, Господь говорит, не просто, тут написано, что не просто хорошо, а очень хорошо. В другом переводе «хорошо весьма». Человек — это венец творения. Мы слышали эти слова, и действительно он последняя, как такая корона на прекрасном создании Бога. Когда мы с вами что-то делаем, ремонт там где-нибудь, да, или готовим блюдо, или пишем книгу, мы чувствовали, я уверен, каждый из вас чувствовал это ощущение, когда ты положил последнюю вишенку на торт или расставил там аксессуары в своем доме, да, там на полу там положил какие-то циновки, там, да, украсил свечами комнату. Когда ты закончил, это ощущение радости того, что ты обозреваешь все то, что ты сделал, и оно хорошо весьма. Если раньше было просто хорошо, да, хорошо идет, хорошо получается, я уже вижу, что будет все нормально, то теперь хорошо весьма, очень хорошо. Теперь все завершено, полнота. Шесть дней — это полнота творения. И люди тоже созданы, и они не просто одни из животных. Люди — это существа совершенно... Мы чуть дальше будем подробнее читать про их творение. Но это люди, которые как бы хозяева на этой земле. Для них все это сделано. От них зависит все. Они должны господствовать над птицами, рыбами. Они должны быть плодовиты, многочисленны. Должны заселить землю, покорить ее. И Господь как бы дает задачу людям. Задачу, которую нужно исполнить, чтобы они были такими царями. Царями на этой земле. И все это очень прекрасно. Все это очень хорошо. Мы сами видим, что действительно человек очень сильно отличается от животных. Животные прекрасны и хороши, но животное — это не человек. И животное... Вот почему нужно было... Тут есть такие глубины, там, да, опять же, связанные со словами «творить» там, или «из ничего» и «творить», просто создавать из чего-то. То, что Господь создал людей, ну... Это одно из пониманий, я его просто придерживаюсь, его придерживаются и святые некоторые, например, там Серафим Саровский. Вот мы дальше будем об этом подробнее говорить, что человек создан, так скажем, на основе животных. Но какое-то время он был животным, а потом Бог вдунул в него дух, и он стал человеком. А что это за дух? И что вообще случилось? Почему человек, в отличие от животных, осознает сам себя, почему он смотрит на всю историю создания человечества, вот мы сейчас читали, как бы обозревая все. Никакое животное, оно прекрасное, милое, замечательное, доброе, очень умное, иногда умнее людей, иногда очень часто даже добрее, чем люди. Собаки какие-то там, да, не знаю, еще кто-то, оно умеет играть, умеет ненавидеть, умеет чувствовать. Но животное никогда не посмотрит на землю как бы сверху вниз, не поймет, что есть Бог, для чего я тут нахожусь, для чего я создан, кто такие животные, кто такие люди. Оно этого не осознает. Человек действительно создан по образу и подобию Божьему. Вот эта потрясающая свобода знания, которая есть у него, она существует.
И человек, который действительно владеет землей, он создает каналы, он придумал самолет, какие-то там интернеты, компьютеры, радио. Он смотрит микроскоп, он спускается на дно Марианской впадины, он изучает, он придумывает, он меняет эту землю. Иногда очень часто в худшую сторону, но ведь во многом и в лучшую. У нас есть это с вами. Мы не просто бобры, которые построили плотину, причем отчасти инстинктивно это сделали, да, а мы осознанно можем менять эту землю. И мы исполняем благословение Божье этим самым. Мы почитали сегодня первую главу Библии, книги Бытия, очень интересная глава, все ее читали, сегодня почитали еще раз в русском переводе, спасибо Российскому Библейскому Обществу, присоединяйтесь к его там аккаунту в Телеграме, может быть, ВКонтакте тоже можно присоединиться и читать какие-то интересные моменты, связанные с переводом Библии. Я также напоминаю, что у нас через неделю, 23 октября, стартует большой марафон, который называется «Полюбить литургию», уже третий поток. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто еще его не прошел, подумали на тему того, чтобы его пройти. Каждый день от вас потребуется 20, максимум 30 минут изучения, просмотра видеолекций, общения, ответы на какие-то вопросы. Но для вас божественная литургия, вообще человек в церкви и церковь раскроется по-новому. Я вам это обещаю. Для большинства из вас это будет что-то новое, что-то переворачивающее вот наше с вами церковное сознание. Поэтому обязательно присоединяйтесь. Я, как обычно, оставлю ссылку в закрепленном комментарии. Всегда это делаю в момент набора людей на эти всякие разные марафоны обучения. Так что приходите, всех жду. А дай Бог этот проект «Читаем Библию» продолжится через неделю тоже. До новых встреч. До свидания.